Всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Спасибо всем огромное, кто меня смотрит. Спасибо, ребят, за поддержку. Ну и, конечно, господа танкисты, не забывайте подписываться. Вам это будет сделать несложно, мне это будет приятно. И это поможет моему каналу развиваться дальше. Но сегодня, ребятки, хочу вместе с вами пооткрывать контейнеры. Вчера завезли просто космос, считаю их одними из лучшими. Хотел с вами пооткрывать еще у меня там с ивента. Собери их все, и там кое-какие контейнеры у меня были. Но начал открывать их... накрылся магазин, и я не мог купить просто космос, поэтому пришлось видео перезаписывать. Уже без этих будем с вами открывать просто космос. Погнали, пока магазин не исчез, идем в магаз и покупаем контейнеры, да? Ну, я думаю, купить... Ну, выгодно вот два штуки купить этих. И можно будет... Ну, давайте купим за 2000. И купим... за пятнашку. Ну, а теперь заходим и открываем их. Что будет, то будет. Пишите в ваших комментах, кто, ребят, из вас открывал и что вам падало. Интересно будет узнать. Ну что ж, пожелайте удачи и погнали. Первый контейнер. $200. Ну, начало неважнецкое, скажем так. $100. Это еще покруче получается. Сейчас будет гарантом будет. Ну, тут что-то выкатило прям. $500, 7 дней према. Просто космос. Ну, это гарантом и черный ящик. Ладно. Так. Открываем дальше. $100, собери их все. Ну, как-то не очень, да, пока что. Открываем. Ключ $750. Ну, такое себе, согласен. Према, 2 недели према падает. Ну, прем, это хорошо, но пока что он мне как бы и не особо-то и нужен. $500, контейнер сюрприз и 7 дней према. Ну, так себе. Бураск. Бураск у меня, к сожалению, есть, поэтому не знаю. Компенс, наверное, за него должен быть. А так танк прикольный. Танк выпал. Танк, конечно же, прикольный. Ну и запертый. От запертого контейнера, да? Хорошо. Открываем. $100 маловато. Мистический ксор. Ксор у меня тоже есть. Вот два танка упало, да, но ксор у меня есть. Надеюсь, что там будет компенс. Ну, $750 и один мистический контейнер. Открываем, что ж. Так-то, в принципе, неплохо. Если бы у меня их не было, этих танков, то было бы это прям круто. $200, собери их все. О, тут что-то выкатило прям. И йох падает. Третий танк падает, ребят. Ну, вот смотрите. Ну, конечно, дает. Я говорю, это одни из лучших контейнеров. Дает-то неплохо. Но и йох у меня есть. Этот вот, к сожалению. Мне бы десяточку какую-нибудь не помешало бы. $30 према, месяц према. Просто космос. И $200, и мистический контейнер. Ну, я же говорю, нет, это хорошие контейнеры, богатые. Вот смотрите, так бы у меня было 3 танка, да, новых появилось в ангаре. Что считаю довольно-таки неплохо. Что, открываем еще. Ну и еще один контейнер. 3 танка я выбил. Кстати, это неплохой результат, я считаю. И один мистический контейнер. Хорошо. Так, перебираемся, куда мы? Перебираемся вот сюда. Давайте открываем, что сразу. Вот эти контейнеры, черный ящик. Открыть. Это потенциальная голда 2 уровня, 100 голды. Открываем. И вот этот ящичек. 100 голды еще и бустер забираем. Отлично, открываем 2 уровня, да? Поехали.
200 золота. Ну, что ж, пусть так. Неплохо в целом. Что тут? Собери их все. Давайте, собери их все. С них редко падает. Хотя там шанс выпадения танка хороший, приличный шанс. Ну и давайте открываем еще. Там сразу, либо если что-то выпадает туда в слот, это значит ничего не будет. Он, тут танк если падает, то он один падает самостоятельно. Так, ну и контейнер сюрприз остается у нас, да? Открываем тогда его. И смотрим, что нам падает. Из него нам падает йох, который только что нам выпал. Рассчитываем, что йох нам может золотишкой одарит нас. Йох, давай нам. Подари-ка золотишку. Ну, вижу, что нет. Йох говорит, иди ты в баньку. Три контейнера мистических. Ну, давайте, а что делать? Что делать? Что ждать-то? 7 дней према из одного выпало, 4000 свободки. Ну, маловато. Давайте, ладно. Вообще ничего, по сути. Третьего уровня мистик. Вот это хороший, хороший прям такой ящичек. Хороший, забираем. Забираем. Ну, надежда у меня на него есть. Мало ли, вдруг там что-то дроп какой из него сейчас будет. Пробуем. Загадка, сертификат. Мистический сертификат. Ну, загадка вот. Ну, может, что-то будет еще из этих загадок, обмен на что-то. Хорошо, забираем. Забираем мистический сертификат. Ну, давайте, конечно, его открывать. Тут, конечно, может быть все, что угодно. Может и фуфло, может и что-то годное. Эх, была не была. Поехали. И нам падает из него то, что у меня есть. К сожалению, это серебро. Ну, а так, смотрите, ребят, по факту у меня 4 танка. Я из этих контов взял. Имеется у меня еще ключи. Не знаю, что нам в рулетку. Что здесь в рулетке в этой? Так точно, так точно, так точно. Ну, премом разжился. Так точно, так точно. Море према. Не знаю, да, эту рулетку. Что здесь за контейнеры? Химера. Каро. ВК. Кобра. Не знаю, этот. Либо же на эту новую АТ-шку. Давайте, не знаю, давайте эти крутнем. Так и быть. Без разницы. Хотя можно было попробовать АТ-шку, но... На компанзер 50 тонн. Забираем. Ну и давайте, у меня еще один ключ есть. Крутим. И это Чар Футур. Забираем. Что ж, ребятки, давайте еще эти откроем. Это все правильно, с этих контов я получил, поэтому можно открывать их. Так, это что здесь? Чар Футур. Ну, давайте его и откроем. Чар Футур ничего не упало. К сожалению, увы и ах. Ну и на компанзер. То же самое, с него тоже ничего не падает. Ну, по итогу, ребят. Один день према, по итогу, ну, я в минусе, конечно, но я взял, вы сами видели, у меня из этих контов 4 танка вышло, это неплохо, куча ресурсов, поэтому я считаю достойно, достойно. У кого вот, да, вот люди, у которых не было этих танков, они бы радовали, сейчас кричали, там, на седьмое небо прыгали от счастья, выбить кучу танков, так что, считаю неплохо. Кому понравилось видео, ставьте свои лайки, пишите комменты, кто из вас открывал, ну и что, на этом... Ребятки, будем с вами прощаться. Берегите себя в это непростое время. До новых встреч, мои дорогие друзья. Всем всего хорошего и пока-пока.